Всем привет, Ютубу привет. Вот новые грибочки из посылочки. Решил я, долго не откладывая, потестить вот такие классические грибочки круглые, сразу в двух наборов. Как они себя ведут. Вот такого вот фасона, которые я, собственно, можно сказать, из-за них и решил прикупить, как они будут работать, вот эти грибки. Интересно. Вот эти похожи на нюсливские. Вот, ну что, для начала, конечно же, мы берем вот такую штуку. Я ее использую для обезжиривания, для снятия клея. Ну, вернее, как для обезжиривания, для снятия клея. Я пользуюсь таким бензинчиком. Сейчас кидаем их сюда. В баночку, чуть они там выкупаются. Вот. По идее, это с завода они должны быть нормальными, но для начала, я думаю, надо это сделать. Вот. А потом уже будем заниматься их клеить. Пистолет уже вроде в режиме. Клей обычный, турецким, каким я всегда пользуюсь. Это Акфикс. Вот. Температура у меня будет где-то 150 градусов. У нас как бы еще не очень жарко. Ну, поэтому вот так. А там посмотрим, что они могут, что они не могут. Таким вот образом грибки там у нас купаются. Ну, минут 10-15 надо выдержать, чтобы они там выкупались, протереть тряпочкой чистой. И можно пользоваться. За это время пистолет уже в режим вошел. Вот, и можно работать будет. Да, температура у меня сейчас в гараже вот 21, за гаражом 21,8. Ну, грубо 21 градус, это как бы нормально. Вот, 20 градусов на поверхности у нас здесь. Ну, я думаю, это будет вполне достаточно для теста нормального. Потому что при 20 градусах где-то это должно работать. Вот, все я подготовил. Грибочки вымыл, протер. Вот эту часть вот здесь обезжирил. Вот, ну, как мы видим, здесь все ровно. Сейчас будем клеить и работать на отрыв. Посмотрим, что из этого получится. Вот, грибки приклеил я. Особо много клея я не накладываю. Смысла в этом нету. Никакого. Вот, выдержу где-то вон. Часики есть. Одну минутку. И буду чуть-чуть понянчу их. Вот таким вот макариусом там по чуть-чуть. И потом на отрыв. Посмотрим, как они сработают. Вот они, результаты теста. Вот, один грибок. Жопка оторвалась. Вот так вот бывает. То есть эти грибки особо сильно ими тянуть нельзя. Вот. И предназначены, скорее всего, для того, чтобы плавненько поднимать. Слегка поднять. И на этом, как говорится, все. Иначе, как мы видим, с первого же раза вот оторвалась ножка. Как мы можем видеть, вот чуть-чуть поднял маленький грибок, средний побольше, большой еще больше, но опять же скажу, ножка не выдержала и грибок гавкнулся. Вот, можно, конечно, его там восстановить. Говорят, ребята, вот рассказывали, что можно вот так взять саморез сюда прилепить. Вот, и восстановить. Но я обычно этим не заморачиваюсь. Грибов у меня в достатке. Поэтому теперь приступим к вот таким грибкам, похожим на классические немецкие. Такие нюсливские у меня были, похожие.
Вот посмотрим, как они сработают. Эти грибки тоже на тоненьких ножках, если вот даже визуально сравнить вот с таким грибком. Здесь ножка потолще. Вот, поэтому насиловать я не вижу их смысла. Я немножко понянчу, и получится. Получится. Вот, оторвался один. Второй. Ну и третий. Эти сработали. Может быть, тот грибочек был у нас с брачком. Такое тоже бывает. Ну и в итоге вот смотрим, что у нас получилось. Опа! Этот грибок он вырвал с мясом чуть-чуть. Вот этот грибочек у нас рванул так, что оторвалась краска. Ну, скорее всего, здесь была какая-то трещинка или накол. Вот, и вырвал краску. Ну, что сказать. Тянут они, как мы видим, эти грибочки. То есть работают. Но уже, так сказать, надо иметь в виду, что ноги у них тонюсенькие. Опять же, вот я ставлю грибочек рядом для сравнения. И видно, что у грибков, которыми, так сказать, можно работать посильнее, у них толщина ноги больше. Замерять тут, вымерять смысла нет. То есть уже первый вывод. Грибки работают. Вполне возможно, что, еще раз повторюсь, вот этот грибочек был бракованный. Такое иногда попадается. Ну, ничего страшного. Вот. Но особо усердствовать, особенно переусердствовать ими не стоит. Поскольку ножки очень нежные, можно просто-напросто отломить ногу и выбросить. Вот пока такие результаты.